Наконец-то на наш пятый квартал пришли дороги. Давай. Весь период украинской власти здесь никогда эти дороги не делались. Ямы были такой глубины, что невозможно было проехать даже на машине с большими колесами и по джипа, и грузовым в том числе. По моей просьбе Горбатов Игорь Евгеньевич оказал содействие и предоставил нам средств. Нашими усилиями была организована группа лиц, которые помогли нам раскидать этот срез безвозмездно. Это люди нашего квартала, пятого квартала, которые здесь живут и ходят здесь и проживают. Люди, конечно, бесконечно благодарны, потому что здесь, особенно после дождя, пройти было невозможно.